Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Лоди Свет. Сегодня у меня очень грязная работа. Решила тут погрязнить и сделать это все сразу, ну, как бы одним махом. Вот. А что это такое грязная работа? А грязная работа — я буду составлять себе баночку приятного и полезного средства. Я вам часто показываю, у меня есть плейлист «Здоровье не купишь». Сегодня разговор о здоровье. Ну, говорят, здоровье за деньги не купишь, правда? И еще говорят, да и чего говорить, если мы это 100% знаем, что самое главное в жизни — это здоровье человека. Я в каждом своем видео, везде, где только говорю, всегда желаю в конце видео всем крепкого здоровья. Ну, потому что, когда ты, ну, здоровый, значит, энергичный, полный сил, тебе хочется что-то делать и творить. Ну, а когда какие-то болячки, руки опускаются, ну, это у каждого человека. И, естественно, что пропадает мотивация, желание и так далее. Так вот, я всегда говорю, что нужно помогать себе самому. Нужно за свое здоровье только заботиться самому. А сзади такой голос Борисыча: кто бы говорил? Потому что я, честно вам скажу, я забочусь о себе, но очень плохо, что не хожу в поликлинику к врачам. Это правда плохо, это нужно делать. А я вообще 100 лет не была там, и, может быть, это в каком-то плане хорошо, чтобы еще 100 лет не ходить, да? Но на самом деле нужно проходить всякого рода диагностики, которые сейчас можно, сдавать анализы. А вот с этим у меня просто труба. И каждый год я даю себе задание: Света, летом тебе, конечно, некогда. Вот просто некогда. Это, знаете, такая отговорка. Летом у меня сад-огород. Мне вообще некогда. Ну вот начнется зима, и ты обязательно должна сходить в поликлинику, ну, сдать анализы на какие-то свои заболевания, которые у меня там 100-летней давности есть. Ну, я с ними живу, я привыкла, я знаю и так далее. То есть они мне уже даже не мешают жить. Но надо же держать как бы руку на пульсе. И опять проходит зима, и я так никуда и не сходила. Еще раз говорю, это плохо, так поступать нельзя. А как можно? Я свое здоровье регулирую, ну, в каком-то смысле даже сама. Разными способами. Но самый основной и главный способ – это народная медицина. Я знаю, понимаю, что обязательно найдутся скептики, которые напишут, что народная медицина – это плохо. На самом деле, если народную медицину соединить с медициной официальной, то будет вот такой результат. Ну и естественно, если у вас нет там каких-то серьезных глобальных заболеваний, там хронического характера или приобретенных вновь, но моя бабушка, моя мама, моя сестра и я – и вообще моя семья, я знаю 100%, что народная медицина плюсом идет к всем тем мероприятиям, которые мы делаем с помощью таблеток, уколов и так далее. Вот я без этого не живу с момента рождения. Там мне вчера пришла огромная посылка от мамы и сестры. Мы хотели в эти выходные, которые были вот ноябрьские праздники, поехать ко мне на родину. Мы всегда это делаем, и люди говорят, мы ждали это видео. Мы не поехали, потому что все заболели там гриппом. Мы сестра и племянник, и мама. Поэтому мы отложили поездку, иначе бы тоже заболели. Они вот прям друг за другом переболели. Естественно, маме скоро 82 года, она болела, ну так тяжеловато лежала. Поэтому не поехали. Теперь планируем на Новый год, но вот с этими, знаете, всеми видами теперешних заболеваний, не знаешь даже, как что спланировать. Опасно. Ну, не буду показывать все, что там было. Там даже конфет много было мне, как конфетницы. Те конфеты, которые продаются в Тверской области, а у нас не продаются. Вот. И сестра мне прислала свои сборы и травы. Мою сестру зовут Ольга. Я ее сподвигла, заставила, мучаю и так далее, как она говорит, сделать канал на Телеграм. Канал помощи людям, тем людям, которые верят в народную медицину, верят в травки, в сборы, и применить свои знания для того, чтобы помогать людям. Почему? Она натренировалась, ну, плохое слово, ну, честно, на маме. Мама болеет сахарным диабетом, инсулинозависимая уже давно.
И у нее большая трофическая язва на ноге, но вот этот период давно, это 15 лет, да? Ну, вы, кто болеете сахарным диабетом, понимаете, да, когда у тебя уже возраст, и он такой уже взрослый достаточно возраст, вот все-таки этот диабет, эту трофическую язву, вот за столько лет ее сдерживает. Ее вылечить не вылечили до 100%, но во всяком случае мама сама себя обслуживает, все делает по дому и так далее. Да, уже не может ходить далеко, потому что обувь не одеть, особенно зимой. Ну и какие-то вот такие вещи. Поэтому сестра своими народными способами, ну, снижает и сахар до какого-то момента, да, и помогает маме со всеми остальными вещами. А понимаете, что диабет – это не только там сахар и язва, это вообще полностью разрушение организма. Так вот, только благодаря Ольге я считаю, что мама жива. Вот сейчас показываю, что мне Ольга прислала. Что вам хочу сказать? Ольга составляет все свои композиции. Я знаю, что тот, кто в телеграм-канале, конечно, уже многие знают. И я показывала, кстати говоря, на выставке. Мы с ней были. И я ее приглашала с собой на выставку в Москве. И многие подружились с ней. И многим она рассказала какие-то свои вещи на выставке. Тем, кто приезжал с нами общаться. Мы общались и так далее. Телеграм-канал называется «Копилка здоровья». Вот. И мази Ольгины на чистотеле и на зверобое с пчелиным воском, прополисом выглядят вот так. То есть помогают, ну я знаю 100%, что очень многим помогали мази, у кого такие дерматиты, кожные заболевания, псориазы, экземы, дерматиты, я больше не знаю, честно вам скажу. Люди уже обращаются не по первому разу. Да, вот, кстати говоря, медицина не справляется. Вот такая народная мазь на чистотеле справляется на ура. На телеграм-канале женщины даже присылали свои фотографии и видео. Я, когда это смотрела, просто обливалась слезьми от радости, что я представляю, там такие фотографии были, извините меня, я представляю, сколько же у людей было, ну, горе от того, что у тебя такое заболевание и как тебе помогло. Это сейчас говорю, даже мурашки по телу. Мазь, которую маму лечит на зверобое, да, вот только благодаря этой мази, вот трофическая язва не разрастается по всему организму, ткани восстанавливаются. Естественно, возраст такой, что это все происходит крайне трудно, но происходит. У молодом возрасте происходит быстрее. Но вот эта мазь, она, знаете как, она не придумана из головы. Правильно мы ее называем королевская, монастырская. На самом деле ее изобрела женщина-медик. Вот, здесь очень легкие компоненты. Ну, нужно просто покупать у проверенных людей воск, знать какой-то воск, да, чтобы там ничего не попадалось какого-то инородного. Вот, мы спасаемся что? Я свой синусит, гайморит, горло. Ну, какие-то бывают в носу, там, не знаю, коробины, ссадины, простудные явления. Вот, все, вот это без этой мази, это лучше оксалиновой мази в 100 раз. Это плохо, наверное, сказала для медиков, но это правда. Пошли на работу, намазали нос, чтобы не попались никакие вирусные заболевания. Это палочка, выручалочка, спасалочка. Вот такая эта мазь. На чистотеле я не пробовала, просто мне, ну, не было необходимости. Вот еще раз говорю, экзема, дерматиты и так далее. Сейчас кто-то опять напишет рекламу, но я делюсь от чистого сердца. Только потому, что людям нужно знать эту информацию. Ну, раз это помогает, это надо знать. Смотрите, что еще, дорогие друзья. Вот это сладкая бутылочка, потому что я уже пью сироп из шишек сосны от кашля. Ольги на канале не просто это есть, она все лето собирает эти травы, все публикует, где собрала, что собрала, зачем нам с вами бежать и что собирать, и как это все сделать. Все есть на канале, телеграм-канале, ссылочку я дам в описании, в первом закрепленном комментарии. Вот, все лето, ну не то, что лето, она вообще почти что круглый год в лесу, что называется, на полях в Тверской области. Ну, на чистых экологических полях, естественно, она знает, где это все собирать, как сушить, как делать. Я вот не сделала такой сироп из шишек сосны, вот из молоденьких шишек. Ну, что-то там не пошла, не собрала. Еще нужно знать, где собрать шишки, раз в 3 года только образуются. И вот она мне выслала, я думаю, ой, я не буду пить. Такая, наверное, вонючка. Слушайте, это такая вкуснота, что любой ребенок будет пить.
Вообще, просто идеальный получился сироп из шишек от кашля. Тоже написали там, и женщина внуку давала, сказала, за 2 дня никакого кашля не стало. Он стал таким мягким, мокрота сразу стала отходить. Но вот уже закончился, ну, потому что это трудное очень дело. Вот. Теперь Ольга собирает колган, тоже есть все видео. Как это трудно собрать колган, выковырить его из кочек. Он весь не пойми какой. Потом мама помогает, чистит ей, видите, там колган. Вот. Настойка колгана. Это желудок, кишечник. Мало ли у вас какие-то диареи. Ну, бывают такие слабые желудки. Одна ложечка натощак, все прошло. Вот эти вот гриппы, которые бывают, какие там птичьи, да? Ну, действительно, грипп с такой идет, с такими явлениями. Это супер вылечивает любые гастриты, язвы, колган. Лапчатка прямо стоячая, в народе колган. Это кладезь. Вот сабельник. Видите, там сабельник плавает. Вот, настойка сабельника. Тоже Ольга рассказывает, на болоте растет сабельник, его нужно вытащить, приволочь домой. Но все это очень тяжелый такой труд. Сабельник – это суставы, ну, в основном. Кстати, желудок тоже лечит. Ну, суставы, вот натираем суставы, втираем. Естественно, надо сказать, что вот это все не панацея, и это все не с первого раза. Многие так думают, ой, натер один раз, я так думаю, все прошло. Но я не так думаю, я забываю. На самом деле нужно все делать курсами. А здесь, посмотрите, какое богатство у меня здесь пришло. Вот так, чай, зимняя сказка, это сейчас. Кстати говоря, в красивых наборах новогодних она сделала, молодец. Мы с ней обсуждали, какие пакетики, какие открыточки, как людям сделать приятное. Вот, чай, зимняя сказка. Все в составе, вот это все натуральное. И здесь, видите, даже пакеты с такими жирными пятнышками. Это потому что масло от облепихи, ну и еще от каких-то растений выступает. Вот, сюда входит. Это вы сейчас с зимы пришли, мороз, замерзли, продрогли. О, этот чай спасает. Также другой чай, еще такой же есть чай. Ну вот видите, у меня тут все, я уже пью. Сейчас расскажу вам. Который с перцем, с красным. Ух, как будет из пяток жар идти. Чай после бани. Это в этом году она такое сделала, изучала с прошлого года, но сделала только в этом году. Именно чтобы еще больше пропотеть после бани, чтобы вышли все шлаки. Ну, баня, мы понимаем, для чего мы потеем, да? И все собирает она здесь сама. И липовый цвет, который у нее там растет. И все-все травы. И то, опять же говорю, все это есть. Чай монастырский я вот пью. Мы с бани тут заваривали разные из бани и монастырские. Это иммунитет, потому что здесь травы для иммунитета. Все вот эти чаи, они сделаны не сборами трав, а на основе черного цейлонского чая. Знаете почему? Потому что вот настой трав не очень люди любят пить, а здесь вы будете пить как обычный черный чай, только с определенными вкусовыми такими добавками. Вот смотрите, здесь огромное количество, там, допустим, я ничего не выбирала, просто высыпала и все. Здесь и шиповник натуральный, и иван-чай, который она собирает, и лист земляники, и цветы земляники, и ромашечка, вот она, прямо видно, такая ромашечка. И зверобой, на основе чего она там и масло делает, и все на свете. Ну, и еще куча травок, они все описаны. Вот такой, и видите, основа черного цейлонского чая. Поэтому вы выпиваете и витамины. И можно пить 2 раза, а то и 3, эту заварку, да? Ну, как делать? Кроме того, вот женщинам, у которых такие явления в возрасте, я не боюсь этого слова, климакс, это разные сердцебиения, нервозное состояние, это приливы, вот это все, я знаю не понаслышке, я об этом уже много раз говорила. Так вот, вот этот чай пьют многие женщины, пишут сейчас, что действительно стали спокойнее, он на основе зеленого чая китайского. Видите, здесь душица, боярышник, мята, ромашка, пустырник, корень валерьяны. Пожалуйста, каждый вечер чашечку чая, ну за 2 часа до сна, и все. И многие женщины пишут, что... у них намного лучше стало состояние. Да что мне многие? Я уже второй пакет, вот этот второй она сейчас прислала мне. Знаете, как говорят, стыдно говорить о таких заболеваниях. Мне не стыдно. Приливы стали крайне редкие, и они проходят легкой волной. У кого это есть, тот меня понимает. Поэтому, женщины, от всего сердца советую. Ну и дальше. Куча разных трав. Вот здесь есть, то есть 200 грамм и 100 грамм. Вот так.
Вот для профилактики диабета, у кого повышенный сахар. Это еще раз говорю, диабет это не вылечит, это поможет поддержать вас, ваш организм и ваш сахар, чтобы не было скачков и всего. Почему знаю? Потому что, ну, еще раз говорю, это все на маме проверено. И вот здесь вот все написано, что сюда входит в этот чай. Вот. Корень девисила, который очень хорошо снимает сахар. Еще, кстати говоря, с топинамбуром бывает такой чай у Ольги. Это вот мне прислала Оля для того, чтобы показать. Вот чай, хочу погорячее, это чай с красным перцем, с острым, горьким. Вы знаете, какое послевкусие от такого чая? Это просто что-то с чем-то. Вот посмотрите, что здесь есть. И рябина, и шиповник, и сушеная вишня. То есть он получается, ну, какой-то вообще неземной. Вот. Так, что еще не показала? Монастырский показала, общеукрепляющий. Чай от простуды тоже и больного горла. Это спасает всех в момент именно простуд, ознобов, любых гриппозных состояний. И опять-таки это кашель, горло больное, потому что здесь и эвкалипт есть, и имбирь, который помогает носу в момент насморка, да, корень солодки, отхождение мокроты и так далее и тому подобное. Лист черной смородины. Вот все это есть. Представляете, какой, дорогие друзья, это труд, чтобы это все собрать, высушить правильно, это очень важно. Хранить правильно, это очень важно. Потом все это размешать в тех пропорциях, какие должны быть, да, это тоже очень важно. И вот все, пожалуйста, вам преподнести на блюдечке. Вот. Самое главное, Ольга как говорит, что ей не трудно вот это сделать, потому что она живет лесом, она это обожает больше всего на свете, даже больше огорода. Она не очень любит огородные дела, делает, потому что надо, потому что мама заставляет и так далее. У нее большущий огород, ну, правда, очень тяжелая почва, очень много надо трудиться. Но она при любой возможности быстро-быстро делает дела на огороде и бежит в лес. И это все видно на телеграм-канале. Вот прям каждый поступок ее виден, поэтому тут не приукрасишь ничего. Но самое главное, Ольга говорит, труднее всего на свете мне вести свой телеграм-канал. Мне не трудно собрать, накрошить, порезать, отделить веточки и так далее. Вот это все смешать, это мне совершенно не трудно. Мне очень трудно писать, публиковать, выступать и так далее. Поэтому я от чистого сердца вас прошу. Все, кто не подписан, подписывайтесь на канал «Копилка здоровья», только Телеграм. В Ютубе такого канала нет. Ну и если вы хотите, пожалуйста, вот такие вот препараты для здоровья, которые, поверьте, проверены уже на многих людях, вот которые стоят перед камерой много лет, не один год, да, и которые нам приносят пользу и здоровье. Вы говорите, Светлана, как вы все успеваете? Вы там, вы здесь, вы, у вас семена, огород, семья, дом, надо вымыть, надо сейчас хлеб спечь, он в духовке стоит на расстойке, да, свой хлеб на закваске, вывести закваску и так далее. Как вы все это успеваете? Ольга Владимировна мне помогает успевать. Я пью ее настой и побежала, чего и вам, дорогие друзья, желаю. Поэтому я себе делаю вот такую коробочку и пью 2 недели этот чаек. Вот такой. И затем отдыхаю, потом делаю новую коробочку и опять пью 2 недели. И мне на всю, на весь осенний, зимний, весенний период хватает всех тех трав, которые я собираю. А травы я собираю, сушу и этому всему учу здесь на канале. Всякие разные, вам показывала видео. А когда я здесь делаю вот этот сбор, очень много грязи. Поэтому говорю, сегодня грязню. Посмотрите, дорогие друзья, какая у меня коробища всех лекарственных моих травов, сборов. Пока сбор еще не делала, все травы отдельно. Вот сейчас это нужно перебрать, соединить и сделать тот сбор, который мне нужен. Спасибо, что были со мной на канале. Если вам понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Я всегда забываю сказать эту фразу. Ну и еще раз приходите на канал Ольга Здоровье, Ольга Копилка Здоровья, и вы можете там
например, заказать новогодний набор, красиво оформленный. Вот такой подарок на Новый год. Вот сейчас будем ломать голову. Ну что подарить? Особенно тем людям, у которых все есть. Это ж вообще головная боль. Любые деньги иногда тратишь, лишь бы что-то подарить такое. Здесь будет супер подарок, потому что подарок здоровья, он вообще ни с чем не сравнится. Я вам тоже желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой.